добрый день, наверное, первое слово гостю Дмитрий Владимирович. Расскажите, что вас привело сегодня в экотехнопарк Skyway? Ну, как и раньше, меня Анатолий Эдуардович привел, так скажем. Месяц назад он мне позвонил и пригласил обратно вернуться, посмотреть, что на сегодня, до какого уровня дошел проект, который мы, ну, скажем так, начинали, я могу сказать, да, то есть 17 лет назад. 17 лет назад, да? Да, 17 лет. Вот. Ну, 15 лет, наверное, да, у нас перерыв в общении. Да. Наверное, так это, да, в этом порядке. Вот. То, что я сегодня увидел, конечно, такая некая машина времени, как во сне. То есть вот у меня ощущение, что мы как вчера расстались. Вот. И тогда в основном все было на бумаге, в проектных решениях, там, в чертежах, в идеях. Сегодня уже там существенная часть или основная, будем так говорить, воплощена. Это, конечно, впечатляет сильно очень, мягко говоря. Вот. И та идея, в которую вот я тогда поверил Анатолию Эдуардовичу, поверил в его идею, она на самом деле, на мой взгляд, простая. Как все гениально и просто. Вот. Но в нее почему-то мало кто верит. Все хотят посмотреть. И в этом тоже гениальность Анатолия Эдуардовича проявилась. То, что он все-таки один, практически, я считаю, этого достиг. Ну, потому что моя помощь была на начальном этапе. Вот. Потом мы расстались, я перестал финансировать проект. Анатолий Эдуардович вот до того уровня, что сегодня мы видим, дошел сам, собственно говоря. Ну, своими помощниками, друзьями, партнерами, но основная, конечно, генерирующая сила была его. Я уже не говорю там про саму идею, про ее воплощение инженерное. Вот. Я верю, конечно, что вот осталось совсем мало времени, чтобы просто идея была, воплотилась, да, а уже это перешло в промышленное производство, чтобы уже эта идея стала служить конкретным задачам людей в пассажироперевозках, грузоперевозках, ну и уже вот как сегодня, в последнее время, значит, сама система обладает новыми качествами информационными, и транспортными, логистическими, и вообще философией жизни. Значит, я в идею верю, и чем смогу, буду дальше помогать опять. Спасибо большое. Очень радостно, что вы с нами. Хотелось бы предоставить слово Анатолию Эдуардовичу Юницкому. И очень интересно услышать, что вы чувствуете сегодня в такой знаменательный день, когда с вами снова ваш давний бизнес-партнер, который непосредственно причастен к созданию струнного транспорта Юницкого еще первого поколения. Я чувствую благодарность вот этому человеку, который вложил 1,5 миллиона долларов, между прочим, в проект, который никто не верил. Но было время трудное, это было, ну, 17 лет назад. Было нелегко это делать, и не все понимали, что мы делаем. Я думаю, Дмитрий Владимирович тоже не понимал. Он вкладывал во многие проекты, и может быть, поэтому распылил свою возможность, у него были колоссальные возможности. Он вложил десятки проектов, ну, в том числе в Skyway, ну, в струнный транспорт. Так. И потом, в силу обстоятельств, ну, это были трудные времена для России и так далее, и у него. И финансирование прекратилось, и фактически то, что мы сделали, там еще Лебедь Александр Иванович подключился, губернатор Красноярского края, он тоже помог финансированию. Но все равно это было недостаточно, чтобы сделать то, что мы делаем сейчас. Поэтому на тот момент схлопнулось все это, да? Но то, что было сделано, и благодаря вот Дмитрию Владимировичу и его деньгам, оно не было потеряно мною, потому что я получил знания, опыт и понес дальше. Если бы не было знаний и опыта вот поколения первого в озерах, не было бы четвертого поколения, то, что мы видим сейчас. Поэтому вот именно в этом моя основная благодарность Дмитрию Владимировичу за то, что он делал тогда, хотя мог не делать, да? И я не забыл то, что было. Я благодарен Дмитрию Владимировичу, я ему позвонил. Я думаю, он не ожидал этого, скорее всего, да. Думаю, что все. Честно говоря, я не знал, что вот так вы развиваетесь дальше. Ну, кстати, недавно, вот последний там год, я периодически об этом вспоминал. Да? Не знаю почему, да. Может быть, уже чувствовал, что... Что интересно, да, мне хотя бы надо поинтересоваться, где Анатолий Эдуардович вообще, да. Он мог потерять 1,5 миллиона долларов. Просто так, да? Как? Да. Он много больше терял, и да. А, и больше терял. И неожиданно он приобрел значительно больше.
Не, ну я вам не говорить о вашей доле. Ну, подождите, ну вы же не потеряли? Я не потерял, я, нет, так я и тогда не считал, что... Вы остались? Знаете, есть там, я много терял денег, есть деньги, которые я просто потерял, жалко, глупо потерял, или, можно сказать, выбросил, ну, по факту. Эти деньги я не жалею, потому что я реально, мы же развивались, создавались модели, и когда все новое, люди хотят посмотреть. Все вроде, всем нравится, но пока не увидят, поэтому вот родился этот участок дороги. Он тоже создался, был создан, на него приезжали смотреть, как только его создали, сразу два губернатора приезжали посмотреть. Осталось совсем немного времени, и вы все увидите. Да. Строй Skyway! Спасай планету! Ура! Ура!